Вот он, пляж. Сейчас времени 5 утра. Вот. Ну и пару часиков поищем на пляже. Красота. Штиль. С утра вчера были волны. Сейчас вот здесь и походим. Так, все, друзья, вперед. Приборчик включаем. Он копатель со скубом вышел. Сейчас подойдем, посмотрим. Так, отстраиваемся от песка. Ищем чистый участочек. О, и отстраиваемся. Оно отстроено у меня. Так, поверхностный сигнал. И это у нас фольга. Нет, это не фольга. Это у нас пробка. Первый сигнал и первая пробка. Так, продолжаем. Сигнальчик у нас был. И это 50 копеек. Дальше пошли. О, выкопали. Что-то здесь. О, еще полтинник. 50 копеек. Украина. Продолжаем. О, выкопал. Вот она, сигнал. Это была пробка. Мусор. Или, как говорит Рома, шмурдяк. Идем дальше. Так, сигнал 15. Сейчас будем смотреть. Возьмем пинпоинтер, попробуем пином пройтись. Ага. Вот так. Опять пробка. Очередной шмурудяк. Что-что? Будь нормальное что-нибудь. Ну, бывает иногда. Пока нету. Так, 27. Опять пином будем пробовать. Вот, зацепил. О, пожалуйста, вам. 1 гривна. Сейчас будем богатеть. Ну, конечно, деньги. А чё ж нет? 1 гривна Украина. Пока еще не отменили. 33. Не, неинтересный сигнал, не буду я его копать. Я просто близко подошел уже к прибрежной черте. Терка немножко начинает ложняки давать. Так. Вот 24. Монетный сигнал. Возьмем пинпоинтер и проверим. О, выкопал. Берем пинпоинтер. О, очередной монетос. 50 копеек. Покажем. 50 копеек. Украина. Ямки закапываем. Мы люди культурные. Все, идем дальше, друзья.
Так, вон комрад вдалеке со скубом в воде копает. Сейчас подойдем, девчонки фотографируются. Так, а мы ищем золото. Сигнальчик, копаем. Берем пинпоинтер. Так, взяли. О, ого. Вещь. Какая-то девчонка потеряла. Брошка. Так, идем дальше. Поверхностный. И что-то непонятное скачет. Ага. Вот оно было непонятное. Пробка. Проверим пинпоинтером сейчас. А можно у вас спросить? Пожалуйста. Вы когда шли оттуда, вон там на берегу, я вчера засунул телефончик, флайер. Такой маленький. Не, я оттуда не шел. Я с центра спустился, вот и сюда иду. Сюда, да? Да. Звонок шел, а сейчас уже нет. Что ж она так глубоко? Совершенно. Ага, вот. Взял, друзья. Вот что я взял. А что это у нас? Тихо. Замолчи-ка. Это у нас колечко, ребята. Эх, очки я не взял, не вижу. Какое? Но дома покажу. Вот с такой ямки вот такая прелесть выскочила. Еще и долго искал что-то. Так, идем дальше. Потерял вчера, звонки шли всю ночь. Сейчас уже не идут. Ну, кто-то нашел, наверное. Так, а мы ищем золото, серебро. Так, колечко нашли. Ну, что за колечко? Девчонки фоткаются. А у нас сигнал. Что ж оно так глубоко все? Чем хорош пляжик отличается от поля? О, тем, что очень легкий грунт, не дотряну. Вот, друзья, вроде выкопал и опять потерял. Нет, не выкопал, но еще глубже. А вот теперь, походу, да. Вот, что-то у меня здесь. А, там у меня кольцо. Опять у меня в руке. Что-то у меня в руке. А что? Сейчас мы с вами посмотрим. Вот. О! Это не колечко, конечно. Ну, 25 копеек. Украина. Вот глубоко так лежат яма. На терке цифры до 18, 6, 15, 12. Это может быть и золото. Так, смотрим. Так. Выкопали. Ага. Все, я уже увидел. Золотой сигнал. Пробка. Вот так они бьют, зараза. Девчонки, ничего не теряли? Нет. А так бы нашел вам. Хорошо. Это хорошо, что не теряли. Не надо терять. Терять плохо. Так, очень наверху. 36, 39 на терке показывает. Сейчас посмотрим. Вот, выкопал. Выкопал. О, вот здесь, в этой кучке. Так, что-то у меня в руке.
Вот что. Это точно шмурдяк. Кусок железки какой-то. Так, отойдем от прибрежной зоны. Вот четкий сигнал 30. Сейчас обозначим где. Вот здесь где-то. Так. Копнем. О, и сразу взял. Вот он здесь что-то у нас. Вот оно. И что это у нас? А это у нас гривна. Да. Гривна Украина. Ну, это потеряшки этого года. Они чистенькие. Вот так. Ну, мы идем дальше. Так, сигнал у нас поступил. Вроде как опять наверху. 21. Смотрим, ребята. О, есть, есть, есть. Вот у меня в руке. А что это? А это у нас, ребята, кольцо. Ух ты, какое красивое. Маленькое, детское. Ребенок какой-то потерял. С кошечкой. И пробу я вижу. Это серебряное колечко, друзья. Вот так. Так, отлично. Идем дальше. Настроение все лучше и лучше. Как солнышко, все выше и выше. Так, идем дальше. Тоже что-то наверху лежит. Что-то наверху. 15 показывает ВДИ. Вот оно. О, нет, не взял. Да что ж. О, взял. Да, 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 ладошки у меня. Что это у нас? Сейчас посмотрим. О, а это у нас 10 копеек, Украина. А звенит, зараза, как золотой. Так, идем дальше. Ну что я скажу, сигналов очень много. Через каждые полметра цель. Так, 33. Тоже вроде как наверху. Сейчас будем смотреть. Нет. Ага, это у нас цель. Пробочка. Пляжик почистим, конечно. Вот опять. Даже не успел уйти. Вот эта ямка. И опять сигнал. Ну, скорее всего, пробка. Так, смотрим. Точно, ребята, дуплет. Пробка. Вот здесь была одна. А вот здесь вторая. Правильно говорят. На одно колечко сотню пробок надо перелопатить. Ага, вот оно. Да. Нет, это даже не пробка, это у нас кусочек фолии. Какой-то двойной сигнал идет. Но он не глубоко. Сейчас посмотрим. Так. Сигналов очень много, как я уже сказал. Вот оно. Взял. Что взял? Ну что, очередная корона. Пробка. Что-то наверху лежит. И 12 показывает на терке. Либо пробка, либо золото. Сейчас мы это узнаем.
Вот. Взял в ладошки. Так. Что это у нас? Ха-ха-ха, да. Кто знает, такой хлястик, как золото, пищит. Почему-то. ВДИ. Один к одному с кольцом. Так. И, кстати, и на мече тоже. На экскалибуре. Такой хлястик пищит золотом. Ну, не копать нельзя. Нужно все поднимать. Так, я и так на дискриминации хожу, а люди ходят без дискрима. Ну, у меня без дискрима нервы не выдерживает. Так, идем дальше. Щетки 12, сигнал. ВДИ 12 показывает. Сейчас мы обозначим. Вот это. Так. Вот она. Сразу взяли. Хорошо, когда на поверхности лежит. Пусть даже это будет крышка, пробка, но очень ее легко достать и быстро. Сигнал на поверхности и показывает 12. Пробка, скорее всего. Глянем. Вот она. Да, друзья. Очередная туборг. 18:21. И вроде тоже наверху прям. Сейчас глянем. Ну, не так, чтобы наверху, но не глубоко. Сейчас пинпоинтером пройдемся сразу. Нету. Так, ну ничего страшного, подкопаем. Опа! Не взял. Опа! Нет, наверное, друзья, я бы... Такие бывают случаи, копать его не буду. Не, выкопал. О, что-то здесь. Возьмем пинпоинтер. Вот она. Вот это зарыли. Суперклей. Наверное, лодку клеили. Или типа того. Тут людей мало. Пойдем вот там, где кафешки стоят, в обратную сторону. Вот, когда такой звук быстрый, частый, это значит на поверхности. Ну, это пробка 12, хотя, опять же, может пробка, а может, вот она, и не пробка. Да. Копаем пробки. Продолжаем. Так, 27. Ну, какой-то он переливающийся. Или цель не одна, либо мусор какой-то. Сейчас посмотрим. Вот он сразу. Даже сразу выкопал. Ага. А это у нас 25 копеек. Украина. Так, друзья. Сел у меня аккумулятор. Вот он, только что поменял на камере, на этой. И не знаю пока. Видели вы, как я нашел кольцо, или не видели? Сейчас я вам его покажу. Эх, сейчас я камеру одену и покажу. Вот. Чуть-чуть не рассчитал с аккумулятором. И а, девчонки бегают. И только что вот нашел колечко. Не знаю, видели, не видели вы. Пробку, монету и кольцо. Даже рассказал то, что пробки маскируют. Сигналы хорошие. И попалось колечко. Не знаю, видели вы, но тем не менее. Так, продолжаем. Еще одна. Убираем. И вам не чихать. Ну что? Та, пробки, что? Пробки. Причем в неограниченном количестве. Я смотрю, вы оборудование серьезно. Ну да. О, видишь.
Ну а что, и это надо мусор убирать. Потому что и пробки собирают. Ну конечно, а что? Если сейчас я брошу, опять будет кто-то идти, опять будет находить и мудохаться, копаться. Обязательно надо собирать. Сейчас в урну выкину все. О, даже такой, зараза, шмурдяк берет всякий. Это вот тоже. Так. Ну, удачи вам. Спасибо. И вам тоже. Так, в руке у меня. И это у нас 10 копеек. 10 копеек. Ходячка. Очень жаль, конечно, если сел аккумулятор, и вы не увидели, как колечко поднял. Эх, ну да ладно. Будем надеяться, что не сел. Так. Вперед. Так, очередной поверхностный сигнальчик. Смотрим. Так, что-то выпало, наверное. Что? Был сигнал. И не стал. А, вот он. Нет. Ну, вот они. И это 10 копеек. Современные. Продолжаем. Сигнал нехороший, ну. Выкопаем, может, двойной просто. Вот, в ладошке у меня. И это 10 копеек. Так, сигнал 18-21. Смотрим. А это у нас... Что это у нас тут? Это у нас 10 копеек. Это 10 копеек, современная Украина. Так, берем и идем дальше. Я сегодня без наушников. Думаю, все равно людей нету. Рано утром, хотя уже народу полно. Думаю, что еще полчасика и буду закругляться. Ага, есть вот. Ну вот она. Чудо. Так. Обязательно нужно брать весь мусор, собирать, выкидывать, не оставлять. Потому что, во-первых, почистим пляж, будет хорошо. Во-вторых, в следующий раз не будем находить эти же самые шмурдяки. Так, идем дальше. Вот оно. И это у нас... Что же это у нас, друзья? А это у нас очередные 10 копеек. Берем. Камера снимает. Так, только что камеру проверил. Вроде снимает, все нормально. Так. Потому что так печально будет, если не увидите, как нашел кольцо. Так, идем дальше. Тоже поверхностный сигнальчик. 9, 12, 15, все в куче. Так, будем смотреть. Цветной сигнал. Надо копать. Ага, вот оно. Не взял. Взял. А это у нас фольга, ребята. Вот оно, такой плохой сигнал и был. Мусор. Так, проверяем ямку. Идем дальше. Пусто. Вперед. Еще немного, будем заканчивать. Поверхностный сигнал, а сейчас пинпойнтером зацепим быстро. О, как я говорил, не взял. Пробка. Мусор.
еще одна пробка. Мусор. Вот так мы чистим. Да. Тут еще, видать. Вот еще одна. В одной кучке. И все три разные. Тоже верхние сигналы. Вот она. Мусор. И опять поверхностный сигнал. Охи. Ребята, мусора на пляже. Так, озами увидел. Пробка. Так, сигнал у нас чистая девятка. И наверху. Девятку бьет, конечно, золото. Ну и фольга в этом сегменте попадает, в этот сегмент. Ага, я его в сторону сбил. Вот так. А это у нас замочек. Так, 12. Поверху. Сейчас посмотрим. Ага. Вот такая у нас фигня. Шмурдяк. Мусор. Так. 27-30. Верховой сигнал. Чик. Смотрим. Ага. У меня. Вот она упала. Это, ух ты, как долго лежит. 50 копеек. Очень много, друзья, сигналов. Просто вот опять сигнал. 48. Так, а что это у нас? Ничего. В самом верху. А, нет. Пробка. Вот она. Тоже давно лежит. Видать, комрады пропустили с прошлого года. Вот она. Ну, это первая пробка. Опять же, ржавая. Вы видите, сколько сигналов? Я даже не выключаюсь. Не успеваю. О! Гривна. Одна гривна Украины. Ну, тоже с прошлого года уже он зелененькие стали наросты. Так, сигнал за сигналом. Просто-напросто иду. Но это без комментариев. Так. 21 чистый. Смотрим. Вот здесь. Не взял. Взял. Опа. Ой, друзья, это, наверное, бижутерия. Да, вон оно блешее, колечко, но, к сожалению, бижутерия. Я уже и так вижу. Так, ну, тем не менее, находка. Нормально. Так, еще чуть-чуть. Так, девяточка чистая. Прям такая чистейшая. Уже 12. Так. Посмотрим пинпоинт. Он, по-моему, глубоковат. А нет. Вот она. Вот она. Шляпа. Идем дальше. Ямку проверим. Там еще что-то есть. Так. Ладно. С этой же ямки. Вот оно. Взял. Что это у нас? О, друзья. А это у нас уже крестик. Это серебряный крестик, друзья. Вот это под конец мне фартануло.
крестик, серебро. Так, сейчас цепочку посмотрим. Ну, цепочку, наверное, вряд ли мы цепанем. Хотя серебряную можно цепануть. Сейчас глянем вокруг цепочку. Нету ничего здесь. Ладно. О, вот этот сейчас. Поверхностный сигнал. Ну, не серебряный. Больше на золотой смахивает. Это мусор. Вот он. Фольга. Так. Чисто 24. По ВДИ. Похож на монетный сигнал. Сейчас глянем. Пробка, наверное. Сейчас ее выкопаем. А, нет, это у нас... А, что это? А, это поломанный антенный усилитель. Или нет? А, мобилка, мобилка поломанная. Да-да-да, вот кнопки. Кусок мобилки. Да. Интересная находка. Так, девяточка. И не глубоко. Даже уже ногой задел. Вот она, что-то здесь. Вот она. А не глубоко было. Вот такой хлястик от банки. Мусор. Вот она. Пробка. Винтовая пробка с бутылки. Вот так пищит. Мусор. Так, друзья, не переключайте. Сейчас не выключайте. Сейчас обзор находочек буду показывать. Там два колечка. Одно точно золотое, одно. Сейчас домой приду, посмотрю. Так. Ага. Выкопал. Ладошки. И это у нас старые 50 копеек. Год-два лежат точно. 50 копеек Украина. Они-то ходят, но патина такая уже, коричневая на них. Вот. О! Итак, друзья, последний сигнал сегодня. Это 25 копеек Украина. Все, завтра опять сюда выхожу. Так что в очередном видео покажу завтрашний коп. Все. Ну а сейчас обзорчик находок. Вот, друзья, столько мусора. Столько мусора. Современная мелочь. То бишь ходячка украинская. Брошка. Колечко. Бижутерия. Я уже посмотрел, проб нету. Так, и вот такое серебряное кольцо. Такое интересное кошечка. Сейчас вес вам покажу. Крестик. Тоже посмотрел, пробы есть. Серебро маленький. Вот, ну и я уже посмотрел, это золото, ребята. Красивенное кольцо. Сейчас на солнышке покажу. Вот такое колечко. Это золото. Это первое. Сейчас тоже вес покажу. Ну и вот такое колечко. Здесь проба есть, все тоже золотое. Ну, наверное, сел аккумулятор, и вы не видели, как я его нашел. Пробку поднял, потом монету, и сразу же в одной ямке это кольцо. Так что нужно копать все сигналы на пляже. Это обязательно. Все, завтра еще похожу и под водой, и по пляжу, по песочку.
Все, ребята, подписывайтесь, иначе пропустите интересные видео. Все, друзья, устал что-то сильно. Кто ищет, тот обязательно найдет. Всем пока. Подпишись вот сюда. На вот это.